Dámy a pánové, dobrý večer. Vítáme vás na předzápasové tiskové konferenci před utkáním základní skupiny Evropské ligy na půdě kazašské Astany. Vítám tady trenéra Slavie, pana Jaroslava Šilhavého. Večer. A záložníka Ruslana Rotaně. Уважаемые дамы и господа, я вас приветствую перед пресс-конференцией, перед матчем на поле Астаны в рамках группового этапа Лиги Европы с командой Славия. Здесь главный тренер Ярослав Шивавый и защитник Руслан Ротан. Dobrý den, Petr Šedivý z Českého rozhlasu. Já bych se Ruslana zeptal, jak těžký zápas čeká, jaký je Astana vlastně soupeř. Здравствуйте, ожидаем тяжелый матч. Что вы можете сказать по поводу соперника, команды Астана? Добрый вечер. Ну, конечно же, мы понимаем всю серьезность матча, потому что матч будет непростой. Вот, мы готовимся к матчу, настраиваемся и понимаем всю важность матча, потому что групповой этап Лиги Европы, здесь слабых команд не бывает. И завтра будет хороший матч. Вопрос к игроку. Вы до этого на уровне сборных против Казахстана несколько раз играли с Украиной. И за последние 2-3 года казахстанский футбол, как думаете, насколько вырос и как оцениваете уровень чемпионата Казахстана и Чехии? Ну, я хочу сказать, что однозначно ваш футбол вырос. Даже видно, вырос и по инфраструктуре, по стадионам, по уровню. Команда Астана ежегодно участвует в Лиге чемпионов, Лиге Европы. То есть это говорит о том, что казахский футбол растет и вы показываете уровень. Просто в нашем чемпионате играет много как бы украинских футболистов, и вы кого-то из них знаете, с ними знакомы, что они говорят о Казахстане? Ну да, есть ребята, и вот недавно у вас играл Сергей Политылов, как бы с его слов да, слышал, что то есть в Казахстане хороший чемпионат, и сейчас особенно такие команды, как Астана и Кайрат, очень неплохо смотрятся у них. Они намного вперед ушли там, и по инфраструктуре, и по уровню футбола, по подбору футболистов, приглашают хороших футболистов. То есть, ну, только позитивно. Вопрос главному тренеру. Можно поподробнее соперники о Астане? Что вы о ней думаете, какой футбол она показывает? И вы 8 матчей вроде не проигрывали. За счет чего завтра вы попытаетесь увести отсюда очки? О игроках, о стиле, о схеме, о тактике Астаны. Как взгляд со стороны? Так Астана má velice silné мужство, zkušené pohárové мужство, ve svých soutěži dominuje. Мы считаем, что в футбольном клубе Астана очень сильные футболисты. Они имеют больший опыт в Европе, нежели мы. Последние матчи, которые играли дома, давали очень хороший результат. Мы наблюдали за матчем с Селтиком, который был очень хороший. Изучали вашу игру с Вильяреалом, с лидером нашей группы. Имели много хороших моментов, очень быстрый переход в атаку. Хорошо комбинировали и показывали отличный футбол. Который поважуемо, або я его поважую за лидера ты нашей скупины, так... Odehráli tam vyrovnaný zápas, vytvářeli si šance a určitě dáme. Měli хороший момент в матче с Вильяреалом. Демонстрируют хороший переход, быстрый переход в атаку, хороший комбинационный футбол и играют отличные футболисты. Отличный футбол. Астана, takže určitě se na ně musíme hodně připravit. Вопрос к главному тренеру. Один из ваших чешских журналистов сказал, что вы любите играть по схеме 4-5-1. И если вам понадобится еще результативность, то будете выпускать второго нападающего. Насколько он прав? И второй вопрос. Не раскрыл он все ваши фишки к этому игру? Так. Тут тактику, что касается нашей тактики, так то určitě tady nebudu. Сейчас не буду раскрывать нашу тактику, и так как еще и состав не был оглашен, готовимся на 4-5-1 формацию, но возможно она еще будет 4-3-3.
Určitě se připravíme na, na domácí tým, který je velice silný v útoku. A jestli to rozestavení bude 4-5-1 nebo 4-3-3, to už увидите завтра при запасе. Вопрос главному тренеру. Только что до этого вы сказали, что Астана очень опытная европейская команда. Астана в этом году уже четвертый год удачно играет в Еврокубках. 15 матчей дома не проигрывает. Понимая ваши слова, это означает, что вы уже завтра ожидаете неудачный результат для себя, да? То, что вы сказали о опытные игроки, которые постоянно играют в Еврокубках, в группе Еврокубков. То, что вы уже готовы к проигрышу, это означает? Ваши слова. А вы програли? Да, потом програли. Так, samozřejmě, до каждого запасу идем, что хотим выиграть. Разумеется, мы хотим выиграть каждый матч. Мы очень сильно уважаем нашего соперника. Завтра будет нелегко, но мы не боимся. Тыдле ты výsledky, ты не прогри на домашнем рисе, говори о той квалите домашнего тиму, але мы určitě k Astaně máme respekt, ale strach rozhodně ne a určitě se pokusíme třeba zítra porazit. Вопрос к игроку и тренеру. В общем, у нас работал в Казахстане Мирослав Бираник, как тренер сборной, главный национальной сборной, и в клубе Астана работал. И узнавали вы плюсы или минусы стороны, слабые или сильные стороны Астаны? Рассказывали он вам? Да, я знаю его, мы хорошие друзья, здесь также, как я понимаю, его очень хорошо знают. На самом начале, когда нам выпала Астана, мы с ним разговаривали, но так как сейчас очень сильно все поменялось, в том числе игроки, наверное, уже нет смысла. Když jsme dostali Astanu do skupiny, ale tak teď ty hráči přece jenom se vyměnili tady. А считаете ли вы, что погода и холод являются проблемой для вас перед этим матчем? Ну, я думаю, что какая погода, это уже, скажем так, да, Бог нам предоставил такую возможность, холодно или тепло, это уже зависит. Две команды играют в одинаковых условиях, но, наверное, все-таки непривычно для нас то, что искусственный газон, потому что мы не тренируемся на таком газоне. Ну, я думаю, вот сейчас тренировка, мы должны привыкнуть к этому газону. А то, что погода, я думаю, это не, ну, не проблема. Я дискуссию русский на Руслана. Руслан, я имею такой вопрос. Для вас завтра играет ваша команда против Астане на искусственной площадке. Значит, это для вас какой-нибудь проблема, когда вы в последний раз играл на искусственной площадке? Ну, да, это как я вот только что сказал, что, ну, наверное, все-таки непривычно будет, но мы должны быстрее адаптироваться к этому полю. Вот у нас сегодня тренировка, и должны там все сегодня как бы почувствовать отскок мяча, какой он. То есть нам нужно максимально быстро привыкнуть к этому полю. А как вы адаптировались к перемене часовых поясов? Как это отразилось на вашей форме, на ваших состояниях? Ну, мы никак не там привыкаем, да, потому что понятно, что часовой пояс разный, но мы как, скажем так, живем по европейскому времени, так и есть, только немножко сдвинулись там время завтрака, обед, ужин. Ну так, в принципе, для нас все понятно. Так, ты буду říkat pořád zima-zima, ты, když je 20 stupňů, tak je zima-zima, ale myslím si, že... Почти 20 градусов разница, ну мы считаем, что это еще не так холодно. Конечно, нам не очень удобны и погодные условия, и перемена часовых поясов, а также поверхность, на которой мы будем играть на этом стадионе. Но думаем, что мы завтра с этим справимся. Так teď ještě i ten stadion, co se týče povrchu, taky ta tráva, ta je ve výborném stavu, měkká, takže myslím si, že to bude OK. A stadion je krásný, nádherný, střecha zatahovací, takže ještě to zmírní tu zimu, takže já věřím, že si s tím poradíme. Руслан, вопрос к вам. Мы знаем, что вы почти что всю карьеру провели в Днепре, ну, там был промежуток, да, Динамо Киев.
Как вам не больно за ваш клуб, то, что сейчас такой большой клуб в Украине потерялся, и клуб рассчитался ли со всеми долгами с вами? И второй вопрос. Вильярреал явный фаворит в нашей группе, и остальные три команды, можно сказать, что только за второе место, вот Астана, Маккаби, Славия, только за второе мы место будем бороться? Ну, что касается первого вопроса по Днепру, конечно, больно, и все-таки такой клуб, и как-то так все получилось неприятно, вот, и больно, когда все-таки там почти всю карьеру там проиграл, и вот такое случилось с ней. Неприятности. Ну, что поделаешь, это футбольная жизнь. Такие бывают ситуации, что мы не можем, к сожалению, футболисты повлиять на них, как бы мы там не хотели этого. Вот, так что по поводу долгов с нами никто не рассчитался. Это, ну, опять-таки, вопрос, да. Мы свое дело делали, а там это, наверное, пускай люди отвечают, те, которые это, за это должны отвечать. Ну, я сейчас хотел бы, ну, не хотел бы там к этому возвращаться, потому что нет смысла. Но вот сейчас есть Славия, и мы только думаем о Славии. Что касается второго вопроса, да, Вильярреал, ну, как бы фаворит, но это мы на бумаге понимаем, но я считаю, что каждая из команд, которая в группе, может достойно сыграть против Вильярреала, и не только там, да, достойно побороться за первое место. Tak já v té situaci v té tabulce, já jsem rád, že jsme první. Касательно ситуации в таблице, мы выиграли первый матч и заработали 3 очка. Астана же играла на поле так называемого фаворита и не смогла вырвать очки. Завтра из-за этого, скорее всего, она будет стараться заработать максимальное количество очков. И в нашей турнирной таблице каждое очко будет очень важно. Это будет в этой таблице учитывать. Вопрос главному тренеру. Чешские журналисты много интересуются искусственным поле. Вообще, это в Чехии, в высшем дивизионе Чехии. Сколько вообще клубов имеет такие как бы искусственные покрытия, сколько как бы натуральный газон? И такой еще вопрос сразу же. В чешском чемпионате ваша команда как бы идет на третье место и как бы не отстает от лидера на несколько очков. Вы основной упор будете делать на Лигу Европы или на чемпионат? Что для вас важнее? Tak u nás v naší lize nehraje nikdo na umělém povrchu. A u nás v Češi nikdo nehraje na takovém pokrytí. No v principě tam, že když u nás plachá pogoda, my takže hrajeme na krytých stadionách, takže hrajeme na druhých povrchnostech. Это на самом деле не важно. Самое главное для нас – это выиграть матч. А мы не делим чемпионат и Лигу Европы. Для нас оба эти турниры приоритетные, престижные. Заняв высшее место у себя в чемпионате, мы сможем потом участвовать в Лиге чемпионов. Поэтому мы приоритеты не делим. Для нас оба турнира очень важны. Лига Европы, либо наша лига, нашей лиги Витязь, мистер с наивысшей правильностью будет ровно до закрытой скупины Лиги мистеров. Также a tady postup ze skupiny by bylo taky velká prestiž, velký renomé pro Slávy jako takový, takže určitě ani jednu soutěž neřadíme výš nebo níž. Skoro než něco odkryte kino, poprosím vás 15 minut, kdyby bylo, pažalost. Děkuji. Děkuji.